Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязева, гостевой дом «Зодиак». Мы находимся на пересечении улица Мира и Южного проспекта. Очень интересное место для отдыха. Очень удобное расположение, зеленая территория, 1 минута до параллели. Вагиз говорит о том, что 7 минут 700 метров дойти до пляжа. Парковочная зона по Южному проспекту и по улице Мира. Здесь находится под камерами. Есть и подземный паркинг, куда вы можете загнать свою машину, но там тоже будет стоять под камерами наблюдения. Парковка бесплатная. Заходим на территорию. Очень, как я и сказал, зеленая, прекрасная, уютная. Потому что мне прям понравилась ногомойка. Для того, чтобы смыть песочек после пляжа. Это вход в гостевой дом. Ну, теперь смотрите. С левой стороны детская площадка на травке с качельками. Скамеечки сели, посидели, отдохнули. Еще одна детская площадка находится с той стороны. Мне кажется, тут ради одной территории можно уже приезжать и отдыхать. Тоже такой турничок, горочка, качелька и, конечно же, скамеечка. Как вам, друзья? Напишите, пожалуйста. Заходим на ресепшн. Вы можете посмотреть, как здесь выглядит именно встреча и обслуживание гостей. То есть все очень симпатично. Здравствуйте. И мы пройдем с вами на задний двор. Это все общие зоны. И выходим. Это как раз таки над парковкой. Задняя территория. И обратите внимание, здесь есть еще одна детская площадка. Места для отдыха взрослых, пожалуйста, поставили. Посидели. Есть лежаки. И, конечно же, бассейн. Вы можете увидеть, что он закрытый. Там душ можно принять. И в любую погоду можно прийти и искупаться. Вам будет прям хорошо и комфортно. Здесь есть зона мангальная и столики. Это если вдруг вы сами захотите пожарить себе шашлычок, здесь тоже есть такая возможность. Это еще не все. На 5-м этаже гостевого дома расположен бильярдный стол. Есть место, где посидеть, отдохнуть. Есть пара теннисных столов. Вы берете на ресепшене ки, либо ракетки с мячиком и приходите сюда играть. И это абсолютно бесплатная услуга, дорогие друзья. На этажах стоят гладильные доски, есть кулер с холодной и горячей водой. На цокольном этаже есть столовая. График работы вы можете увидеть. Сюда приходят кушать только те люди, которые проживают в гостевом доме. Можете увидеть, насколько просторный зал. Я когда сел, спустился, прям даже очень удивился. Для детей работает телевизор, можно посмотреть. Не обращайте внимания, что сейчас не выставлено, мы находимся в утреннее время, уже после завтрака, но еще не в обед. Какие цены и какое меню предлагают на обед, завтрак и ужин? Допустим, борщик я спросил, он готовится с мясом, большая тарелка пол-литровая 100 рублей, маленькая 250-50 рублей. Кусочки мяса вам могут тоже там попасться, так что вот такие цены, пишите о них обязательно сами. И вот так вот выглядит раздача, то есть небольшая, уютная, но, повторяюсь, в обед будет наполнено, все это уточнил непосредственно у самих поваров. Гостевой дом существует с 2004 года, работает 18 лет, то есть по моей жизни. И я прям шел, поражался, что везде все чистенько, клево и прям очень хорошо выглядит. Обратите на это внимание. Дополнительное место для маленького ребенка выглядит вот так. И есть для подростковой вот примерно вот такие кровати. Я сейчас готовлю для установки в один из номеров. Стоимость доп. Места 300 рублей. Ну а сейчас вы сможете снять двухместный номер, который мы посмотрим, за 2200 рублей. Если скажете, что смотрели это видео, не надо говорить там от Тазаровска, там еще что-нибудь. Просто и знаете о 25% скидке. Смотрим. Двухместный номер. Дверь у нас, кстати, с доводчиками, нигде такого не видел. Место повесить вещи, зеркальце для того, чтобы посмотреть, как вы выглядите. Место для хранения с плечиками и дополнительным одеялком. Санузел. Во всех санузлах установлены ванны. Есть тазики дополнительные, зеркальце, душевая, мыло. Ну, то есть, и санузел довольно-таки большой. Вот я тут стою, такой толстый, помещаюсь. Коридор тоже очень широкий. Мне прям, честно, номера понравились. Посмотрите. То есть вот раньше строили именно в таком формате. То есть это двухместный, доп. 300 рублей. То есть на двоих за 2200, на троих за 2500 можно снять. И вот очень хорошая отделка. Телевизор, Wi-Fi, сплит-системы и, конечно же, балконы. Ну, посмотрите, что происходит.
есть огромнейший балкон, место, чтобы посушить свои вещи. И какой вид у нас на зеленую территорию этого гостевого дома. И дальше, в принципе, никуда можно и не смотреть. И давайте посмотрим такой же номер, только во двор. Номер также с двухместным размещением, только на другую сторону. Убранство номера точно такое же. И одеялки, и место для хранения выглядят вот так. Зеркальце, место, где повесить ваши вещи. Санузел с ванной, зеркальцем, душем. Там номер выглядит именно вот в таком формате. То есть есть все то же самое. Там зеркальце, где привести себя в порядок, телевизор, телефон, связь. Конечно же, сплит-система. В номерах во всех есть холодильники. В предыдущем мне показал, прошу меня простить. Симпатично, большой, уютный, удобный номер. Стоимость на двоих 2200 рублей. Посмотрите, какой здесь тоже балконище. Вид во внутренний двор с территории, где лежачки, крытый бассейн. Жду ваших комментариев, ребят. Ну, на самом деле, это очень классные места для размещения. В поселке Витязево существуют, когда говорят, вот в Турции. Короче, ладно. Сейчас мы находимся на втором этаже и посмотрим трехместный номер. То есть он еще больше, чем предыдущий. На входе нас встречает вот такое вот место для хранения с большим шкафом. Давайте посмотрим, что здесь есть. Можете увидеть отделение с плечиками, место, куда положить ваши вещи. Ну и, конечно, зеркало прям совсем в полный рост, чтобы вы всегда пошли на параллели гулять самые красивые. Санузел тоже все стандартно, большой, классный, с ванной. Здесь именно три кроватки стоит. Столик для того, чтобы покраситься, стульчики, набор посуды, пепельница, прищепки. Телевизор, сплит-система, конечно же, имеется холодильник во всех номерах. Украшением здесь будет балкон. У нас выходит на другую сторону. Можете видеть, как здесь все выглядит. Очень даже. Имеется столик, стульчиков три. То есть сидите, отдыхайте, наслаждайтесь этим летом. Это первый этаж, трехместный номер, окна во двор с зеленью. Огромный шкаф с зеркалом, место для того, чтобы повесить ваши вещи. Одеялки дополнительные, пожалуйста, и еще место для ваших вещей. Санузел выглядит вот в таком формате. Во всех санузлах есть дополнительный там тазик еще. И очень удобно, что есть такой слив в полу, чтобы если вы что-то разольете, оно просто стекло и не заморачиваться. Сам номер как выглядит. Три кровати, брашки, картина имеется, такие спокойные цвета, холодильник, телевизор, набор посуды. То есть то же самое, все, что вам надо. Напоминаю, что если надо кипяточков, на каждом этаже есть кулера и гладильные доски. Балкончик здесь поменьше, чем на других этажах, но его, в принципе, тоже достаточно. И он выходит на Южный проспект, на деревья, вышли, посидели, полюбовались. Напоминаю, этот номер 2500 рублей. Если вы захотите доп. Место, то 2800 рублей. Итого за 700 рублей с человека вы получаете такой вот гостевой дом, где очень много территории, есть бассейн, зона отдыха, не одна, и возможность пожарить шашлычки со своей столовой. Ну а теперь, я думаю, что нам пора отправляться на море. Уборка в номерах влажная происходит через день, вынос мусора происходит каждый день, полотенчики, белье вам меняют на четвертый день проживания. Анимация здесь во дворе происходит 3 раза в неделю. Мы покидаем гостевой дом, и я вам расскажу и покажу, что здесь находится у нас по пути. Как я и говорил в начале, в ту сторону в одной минуте находится параллия, в ту сторону можно пройти до аттракциона детского сказка. Здесь ездит маршрутка на Тартугу 128, можно уехать на дальние дикие пляжи поселка Витязево. Рядом с гостевым домом есть супермаркет, здесь находится фитнес-зал. По пути вам встретится огромное количество торговых площадей, также вам можно купить по пути шашлычок. 170, 150, это 170, это 200, клубника 250 килограмм, инжирные 220, нектарины 220, персики 170, помидоры 100 рублей, огурцы 65, яблоко 50, виноград 250. 150 получается, килограмм слива 220, шлейла большие по 200, маленькие 50. Здесь, конечно, 23-й маршруточки по пути пересечения с улицы Знойной. Жарит шашлычок Артурчик. О, Юра, приветствую тебя, дорогой ты мой друг.
Ребята, всем привет. Дянюку с днем рождения. Рад всех вас видеть. Уже соскучился. От души, ребятки. И приходите к Артурчику на шашлыки. Как что замечательный мужик пожарит вам шашлык. Мы отсюда уже видим даже наши дюны. И точек торговых, ну просто, друзья мои, миллион. Пока мы не дошли до моря, могу показать вам 35 градусов. Кстати, скамеечки ведь не встречаются. Все, дорогие мои, мы добрались до пляжа. Осталось немножко. И мы уже будем на песочке. Куча разных вкусняшек. Такой большущий поток. Пиво, соки, воды, молочные коктейли, батуты, друзья. Все для вашего отличного отдыха. Вся инфраструктура нужна вам здесь есть. Душ, туалет, переодевалки, мусорки, батуты. Вот тут вот, там с бассейнчиками вы можете туда пойти. Пляж довольно-таки популярный. Если надо дикий пляж, я вам рассказал на маршруточку, либо гуляем в ту сторону, в поселке Витязева. Мороженое 5 шариков 100 рублей. Друзья, лежаки подешевели, 300 рублей стали. И смотрите, сразу на них пошли люди загорать и отдыхать. Посмотрите, сколько людей здесь отдыхает. И посмотрим сейчас, какое здесь, конечно же, море. А я уверен, что оно там классное, прекрасное. И для всех людей будет прям очень-очень хорошо здесь находиться. Как вам? Пишите обязательно ваши комментарии. Вот так вот показывает. На чистоту водички обратите обязательно внимание. В общем, телефоны номеров напрямую. Говорите про 25% скидку. Отдыхайте от души. Высокой температуры воды 24,2 показывает. То есть все шикарно, все прекрасно. В общем, друзья, хорошего всем отдыха. Повторяюсь, если хотите прямо вот рядышком пустой пляж, вот за ребят заходите здесь после пункта проката, там пустая прям территория, практически никого нету. Ну, либо на наши дикие пляжи, там тоже будет вам как бы классно. Ну и радуюсь, что лежачки подешевели. В принципе, у нас все дешевеет для того, чтобы вы приезжали, отдыхали и наслаждались обстановкой, которая здесь на море творится. Море великолепно. Лайк ставим, пишем комментарии. Если не пишем, побольше не снимаем. Все зависит только от вас самих.